Всем привет, с вами Селиванси Екатерина. Расскажу о том, как повысить активность своей структуры. То есть, если у вас активность 10%, то она переходит сразу в 70% активности. Значит, сначала ведем один общий чат Telegram. Там есть история, и с любого девайса, устройства вы можете прочитать историю ранее. Параллельно ведем еще чаты WhatsApp по веткам. Первые две недели там никто не пишет, кроме вас, тишина. Находим троих активных, которые написывают вам в личку, и говорим им: не пиши мне в личку, пиши в чат, там твои новички, чтобы они тоже обучались на твоих вопросах. Вот. И так чат начинает активироваться сразу. Как только там пишет три человека, сколько чатов я не заводила, везде одна и та же история. Пока они начнут писать еще три человека, остальные молчат. Как только начинают, они тоже начинают: ой, а вступите в мои аккаунты тоже. Там, а можно оплатить заказ при получении или там завтра, в понедельник и так далее. Проверьте мои аккаунты. В общем, начинается движуха и работа. Бывает, некоторые скидывают чат негатив. Например, у меня был такой случай, но это очень редко. Например, пользовалась пятноводителем в холодной воде. На нем написано, прям на нем, что он работает от 60 градусов. Вот. И пишем такому человеку в личку. Для чего вообще чаты нужны, объясняем. То есть чаты нужны для того, чтобы их новичков, объясняем, что там ваши новички и мои тоже, чтобы мотивировать их на заказ и на работу, и все. Представьте, я добавила сейчас несколько новичков в чат, и бац, им тут же первым сообщением вот этот негатив, да, приходит. Негатив этот пишем в обратку или наставнику разобраться. Потому что один из миллионов, значит, нравится продукт, этот пятноводитель, а вот один человек что-то там неправильно. Да? То есть нужно разобраться просто. Про возвраты тоже не надо писать. Возврат в компании беспроблемный. Вот. Такие вещи в обратную связь там решаем. Чат создан, это личный чат для мотивации на работу и заказ. Все. Значит, что рекламируем? У кого-то, может быть, кто-то бывает жалуется, что там какие-то люди редко делают заказ, например. Для этого в чате мы пишем периодически раз в три дня, описали коктейль для похудения. Фотку скинули, написали там: мама, сестра похудели вот на 7 килограмм уже за неделю. Других примеров. Этих примеров тоже полно. Если у вас структуры нет среди клиентов, у меня, например, полно тоже примеров и отзывов, и девочки скидывают свои личные результаты там. Если у вас нет еще структуры большой примеров, берите в каких-то общих чатах с других структур, других клиентов. Там не обязательно писать, что это конкретно вот Маша Иванова, там, Ивановна, значит, похудела на 6 килограмм. Просто пишите: Мария там у нас Мария вот похудела на 7 килограмм. Вот, скинули какой там коктейль. Не обязательно уточнять, что это из параллельной ветки, например, у наставника Марии. Никто в чате не знает вообще, кто это, поэтому вот скрины переписок скинули, да. Неважно, что это не ваш личный клиент, это чужой клиент в структуре, какая разница. Про шоколад рекламируем тоже, что у нас там есть с вишней, с миндалем, с разными орехами, фундуком, там супы всякие, да. Помада вот хорошо идет, которая особенно стойкая, не стирается. Порошок там рекламируем, ну, такие вот вещи интересные, которые он на сайте может не увидеть качество, там же подумает порошок и порошок, да, не знает, какие свойства у этого порошка. То есть личный отзыв оставляем, обязательно голосовое надиктовали или небольшой текст, один там, два предложения или клиента. Каталог не надо кидать страницы, ссылку на каталог периодически скидывайте, своего личного кабинета можете взять. По бизнесу тоже пишем один раз в день, 1-2 предложения коротких. Например, что у нас там декретные вообще-то девочки есть. Вот, самозанятые можно на карту выводить. Ну, чуть-чуть вот взяли по одному предложению, по бизнесу что-то закинули. Для тех, кого бизнес масштабный не доходит, таких тоже много, в принципе, объясняем им продажи. Они, у них мозг не расширен, у них маленький уровень дохода в голове. Они воспринимают только продажи, небольшой вид дохода, 5-10 тысяч рублей. Если регистрировать подруг, то с них будет процент. Вот это надо объяснять, они сами увидят процент и поймут. То есть, какой процент тоже не говорим,
просто что есть проценты, они с него получат какой-то доход. И все. С продажи они тоже сами поймут. Просто объясняю, что вам 20% при больших заказах 26-35. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем пока!